Уверенный, открытый. Это классно, да. Прокинуся вранці, зустріну його. І руки здійму до нього високо гору. Оно есть рядом. Знаешь, как ты идешь, оно есть рядом, и ты рядом. Но ты идешь дальше. Ты всегда идешь дальше. Ты всегда идешь дальше. Даже вчера мы, ну, не знаю, как это, не кажется, что сегодня человек сидели. Я вытянула так интересно. Доброго ранку! Это просто наш так милый там горы. Зеленый какой-то такой, какой-то часть зелени, да, озера. И потом идет девушка, очень сзади идет лошадь, сама лошадь, наверное. Молодец, маленькой потомкой. Я так... Так как вы видите себя в будущем? Видите себя как одна или в паре? Это одна. Одна. Поиск — это бесконечный процесс, а никогда не закончится. Для того, чтобы у нее прийти даже к этой картинке, я пробовала отыгрываться. Я очень боюсь. То есть вы тренируетесь, чтобы научиться одной быть везде и чувствовать себя? Я не тренирую всегда, я тренирую, чтобы это... Вы не понимаете, одно. Выйти навстречу к себе. Okay. И что потом за этим быстро, когда выйти навстречу к себе, что будет потом? А тогда я думаю, знаешь, как людей, которые ушли долго в аскезу, они наполнились и пришли обратно, тоже что-то делать. Куда пришли обратно? В люди. И делиться этим, может быть, это будет отношение с ним. Потому что, скорее всего, это будет отношение. Потому что я рассказываю, но может быть, спасибо. Естественно, состояние человека, его полная реализация может быть только в семье, вы знаете. Полная реализация только в семье. И это самое тяжелое место. Верно. Быть одному это безответственность, это эгоизм. Вы не развиваете качества, которые... Ну так, конечно, цель есть. Вот, смотрите, конечно, цель какая. Мои 4 года эти были, они наполнение. Выход на новый уровень. С конечной целью перейти на новый уровень выше. А если у человека конечная цель быть одному, это эгоизм. Это... Я не называю конечной целью. Ну, вы же сказали, что я откачусь, и я не так хорошо. Я тебе сейчас это говорю, завтра я, может, передумаю. Ну, вы понимаете же, что наша цель, которую мы сегодня имеем, она нас двигает в том направлении, которое мы себе поставили. Цель всегда локальная. Цель всегда локальная. С маленьких, и большая цель стоит из маленьких локальных целей. Ну да, но... На локальные цели. Но ты всегда можешь увидеть дальнюю звезду. Ты видишь первые 3. Главное не терять их. Верно. И промежуточные есть цели. Но есть главная цель, к которой идешь. Если ты смотришь, смотри, вот вы идете в лес, представьте, что вы куча лошадей идет по вашей дороге. И вы застрочены, как вот одну каждую лошадь перетипать и прыгать. Вы не имеете конечной цели, куда вы в самом деле идете. Это вот эти перепрыгивания этих маленьких луж, она может вас просто забудить. Да, плюс голова болит. Очень много напряжения. Не заметили? У меня не болит голова. Ну, попробуйте. Это все относительно. Когда ты сможешь на 10, у нас все это совместим. Конечно, как всегда. Доброе утро, началось хорошо. Доброе утро, страна. Я хочу пойти покупаться, потому что, судя по всему, ребята уже собрались. Отлично, желаю вам хорошего купания. Слюка. Намасте. Слюка. А мы продолжаем музыкальное утро.